Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас покупочки из Ашана. Заехали мы сегодня в Атак, у нас в Туле так называется филиал Ашана, и накупили много чего интересного. Я не буду вам показывать все, я покажу вам только то, что было действительно выгодно и по акции, ну и, конечно же, уходовую косметику, декоративную, какие там интересные штучки появились. Очень выгодно стоил кисло-сладкий соус, если вы бываете в Макдональдсе и в других кафе, вот это вот аналог. Я очень люблю кисло-сладкий соус и к мясу, и к рыбе, к шашлыку, к чему угодно. Он такой оранжевого цвета, ну, в принципе, такой же, как в Макдональдсе. Вот, смотрите, один в один. Это Хайнц, и стоил он всего 53 рубля. Сейчас он на скидках, так же, как и другие соусы из этой линейки. Так что, если вы любите, бегите скорее в Ашан. Еще вот такой маринад. Мы взяли чесночный для курочки, куриные окорочка, мясо в духовке, овощи запеченные. Он жидкий, девочки, то есть там вот он так переливается. Мы завтра просто идем на шашлык. Погода в центральном регионе наладилась. Будем отмечать начало учебного года. Если кому интересно... состав. Не обошлось здесь, конечно, без Е, но, в принципе, как и везде. Поэтому ничего страшного. Будем мариновать в этом маринаде курочку для шашлыка. Девчонки, взяла целых два вот таких теста. Кто пробовал, тот знает. Оно есть и для чебуреков, и для пельменей, и для вареников. Здесь у меня для вареников и мантов. И стоит упаковка всего 32 рубля, девчонки. Здесь много, здесь прилично много. Это очень классное тесто. Мне нравится готовить именно вот этим тестом. Во-первых, не заморачиваться. Во-вторых, смотрите, какой хороший состав. Вот он. Я не нашла, сколько здесь штук в упаковке, но здесь прилично. Действительно прилично. Вот мне с Алиэкспресс как раз пришла вот такая вот штука для вареников. Самое оно. И по размерчику протестить ею, приготовить какие-нибудь вкусные варенички с картошечкой, с грибочками. 32 рубля за упаковку. Это шикарно. Девчонки, вилки. Кто ходит на природу, кушает, у кого свой частный дом, и вы любите кушать на улице, вот Ашан. Вилки 10 штук, 7 рублей, всего 7 рублей. Прям надо было брать, не знаю, несколько, запасаться конкретно, потому что, ну, в обычных магазинах розничных они стоят гораздо дороже. Вот такие макароны-бантики, здесь 500 грамм, и они стоят 35 рублей. Девчонки, обратите внимание, из твердых сортов пшеницы. Колораж. Значок Ашана. Состав замечательный. Жидкость для розжига марки «Каждый день» 0,5 литров, 55 рублей. Нормально, мне кажется. Мы брали ее уже. Она горит нормально. Не супер-пупер прям воспламеняется, но, тем не менее, хорошо пропитывает угли, и можно очень хорошо их разжечь. Вот такая бутылочка. Рукав для запекания всего лишь 68 рублей. И здесь у нас 5 метров. И есть жаропрочные клипсы, которыми можно рукавчик этот завязывать. Я очень люблю готовить именно в рукаве. Мне кажется, это довольно вкусно и, скажем так, полезно. Вот информация, если кому интересно. Девчонки, всего 10 рублей вот такие милые тетрадочки, причем они такие гладенькие, вот тут как будто выбит крокодильчик и зебра такая смешная. 10 рублей они стоят, здесь 12 листов. Вот так они выглядят внутри, они в клетку, мы будем ходить на дополнительные занятия, точнее на подготовку к школе, и нам такие тетрадки пригодятся. 10 рублей. Цветная бумага 15 рублей, цветной картон 19. Такую цену не найдешь нигде. 16 листов. Это обычная цветная бумага. Да, она не двухсторонняя, конечно. Но, тем не менее, для каких-то поделок вполне себе сгодится. Если у вас детки вообще еще маленькие, там 2, 3, 4, 5 лет, и вы дома делаете с ними какие-то поделки, и даже в детский сад такую бумагу и картон купить, ну, это вообще здорово. И вот он картон. Он довольно плотный, обычный хороший картон, тоже односторонний. Здесь тоже у нас, по-моему, 8 цветов у нас здесь, 8 цветов. Тоже за 19 рублей ребенку поиграться. Сейчас скоро зима, будем чаще сидеть дома, будем придумывать какое-то себе развлечение. И такой бюджетный вариант, это, конечно, супер. Влажные салфетки марки «Каждый день». Я брала их для детей, даже когда у меня был маленький ребенок. Никаких аллергий, высыпаний никогда не было. Вот такая упаковочка 0+, кстати, 20 штук, стоит всего 12 рублей.
20 штук. И 80 штук стоят 38 рублей. Раньше, помню, они 36 стоили. Хорошие салфетки. Это у нас не детские, это просто алоэ вера. Они всегда пригодятся. Мне нравится салфетками протирать везде пыль. И так далее. И на природу с собой тоже брать. Обычные салфетки очень хорошего размера, я бы сказала, большого. Они прекрасно пропитаны и имеют очень приятную отдушку. Я не скажу, что алоэ вера пахнет, но каким-то косметическим средством. Кому интересно состав, вот он. И состав детских салфеточек. Девчонки, выгодно, экономно и всегда нужная вещь. Но 33 рубля за ватные диски, а за 120 штук, это вообще круто. 33 рубля, девчонки. Давайте откроем, посмотрим, что они себя представляют. Ватные диски марки «Каждый день» я не брала раньше никогда. Хорошие ватные диски ничем не отличаются от тех, что продают Фикси. И здесь у нас как бы даже есть, смотрите, просто то, что прострочка, но они немножко подприжаты, наверное, что ли. Но вот видите, по краешкам вот эти полосики. Нормальные ватные диски, крепенькие. Вот даже разорвать его прям составляет довольно большой труд. Так что эта покупка самая выгодная, наверное, за сегодня. 120 штук, 33 рубля. Девчонки, взяла дегтярное мыло. Я раньше его брала, стоит оно 36 рублей. Это Невская косметика. Это самое лучшее твердое мыло, которое я когда-либо пробовала. Они обладают гипоаллергенным эффектом, так скажем. То есть вот именно Невская косметика, это жировой комбинат, жироперерабатывающий, и она считается очень качественной. И вот именно это дегтярное мыло в Атаке стоит 36 рублей. Сейчас посмотрим состав. Здесь состав, правда, на латинском. Если знает, как на латинском будет дёготь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но вообще мне мыло это очень нравится. Знаете, я когда была брюнеткой, я частенько мыла голову хозяйственным или дегтярным мылом, потому что мне нравился именно эффект. Смываются все СЛС, всякие силикончики, парабенчики и так далее. Волос абсолютно чистый и объемный. Вот это прям мне очень нравилось. Я периодически реально мыла, вот так кусочек выглядит, дегтярным или хозяйственным мылом волосы и даже принимала душ. А вот этот кусочек купила именно для того, чтобы добавлять его, может быть, натирать, делать ванночки для ног. Это очень полезно. У меня есть ванна для ног. Я ее делаю либо с хозяйственным мылом, либо с дегтярным. Обеззараживает, предотвращает всякие грибковые заболевания и так далее. В общем, мне нравится. И ребенка периодически тоже мою хозяйственным или дегтярным мылом, потому что оно еще убивает большое количество бактерий, особенно в сезонные простуды. Изредка душ принимаем и волосики моем вот такими вот средствами. Вот такой бурлящий шар мы купили за 48 рублей. Это манго. Потрясающий запах даже сквозь упаковку. Он довольно большой. И за один шарик это нормальная цена. Пахнет просто божественно. Я обожаю манго, а тем более еще и в ванну, ну, вообще супер. Так, состав у нас здесь есть, интересно? Нет, состава нигде не вижу. А, вот есть, но он тоже на латыни. Вот он, состав. Будем пользоваться с превеликим удовольствием. У меня дочь любит такие всякие приблуды для ванны. Пахнет божественно. Вот такая двусторонняя кисть марки Фарес. Стоит всего 69 рублей в Ашане. Сейчас откроем с вами, посмотрим, не лезет ли тут ничего. Нравятся мне всякие такие косметические вещи. Смотреть в Ашане не стоит, там вообще копейки. Иногда можно даже хорошую помадку выбрать. Так, кистей мало не бывает. Пока, допустим, одни находятся в стирке, сохнут, будет другая. Здесь у нас, я так понимаю, вот этот кончик. Вот этот кончик для растушевки бровей. Ой, господи, теней. Смотрите, вот как он выглядит. Они были там, кстати, серого и черного цвета. Она такая тоненькая, то есть ей можно вот прорисовывать на веки складку. Будет очень здорово. Нет у меня еще такой тоненькой именно кисти. И второй конец, это скошенный. Вот так вот выглядит. Это для бровок или подводить тоже нижнее веко, или опять же складку на верхнем рисовать. Вот это у нас марка Фарес.
Фокус на кисточке никак не хочет ловиться. Так, посмотрим, вылезают ли волоски. Нет, девчонки, волоски не вылезают. Вообще, вот хоть бы один. Она достаточно мягкая, хорошо набитая. И очень прям вот, смотрите, упругая, как вам показать. Она прям упругая такая, да. Мне кажется, прорисовывать будет приятно. Вот я сейчас провожу по лицу. Мягенько, никакого дискомфорта. Не острые никакие щетинки. Классно. За 69 рублей такую функциональную кисточку, наверное, больше не купишь нигде. 100 рецептов красоты. Активный гель для ног. На 100% натуральная основа. Так, это винотон. Легкость и комфорт ваших ног. 67, по-моему, рублей. Конский каштан, мятное масло, экстракт гинкго, биллоба. Никогда не могла это нормальное название произнести. Наносим на ножки, стопы, голень, массируем до полного впитывания. Легкость и комфорт. Буду тестировать, потому что по берликовски мне совсем не зашел. Ни легкости, ни комфорта он не дарит. Интересно, будет ли охлаждающий эффект. Вот состав. И тут прям выделены ингредиенты. Главные конские каштаны. Они, слава богу, не на последнем месте и даже выше середины. И мятное масло. Аромат должен быть потрясающий. Здесь 70 мл, 60 с чем-то рублей. Это круто. Сейчас откроем, посмотрим. Такой тюбик. И даже не зафольгирован, представляете? Тюбик холодный. По-любому крем охлаждает. Вот такой беленький. Наношу на ногу, девчонки, чтобы понять и вам рассказать, стоит ли тюбик холодный. У нас сейчас жара, 26-28 в тени. Я только что пришла из машины, как бы тюбик ледяной. Значит, по-любому охлаждает. Да, действительно охлаждает. Пошел холодок по ногам. Ну, буду пробовать. В пустых баночках вам расскажу. Действительно, этот продукт как бы рекомендуется к покупке. Есть ли результат вообще или нет. Вот такая масочка «Бабушка Агафья», у нас «Банька Агафья» называется, освежающий экспресс-маска для лица. Органический экстракт таволги, ирис сибирский, росник или росник лесной и мята холодянка. Прям такие названия. 100% тоже натуральные ингредиенты. Я давно не брала продуктов бабушки Агафьи. Раньше мне очень нравились и шампуни, и бальзамы, и маски, и скрабики. Но сейчас вот на самом деле очень давно не брала. Без СЛС и парабенов это, конечно, круто. 49 рублей. Мне кажется, мне ее хватит раз на 6. Точно хватит. Давайте посмотрим состав. Объем у нас здесь 100 мл. Зачем писать на светлой упаковке светлыми буквами, не пойму. Лучше бы черными написали. Состав опять на латинском. Наносим маску на очищенную кожу. На 10 минут смываем теплой водой. Так, как же она у нас выглядит, интересно. Ой, она светло-зеленая, такая ментолового цвета масочка. Текстура гелевая, запах уже чувствую издалека. Запах очень классный, я чувствую здесь мяту. А, ну здесь мята холодянка есть. Ой, охлаждающий эффект пошел. И даже круче, чем от геля для ног. Реально, вот тебе и мята холодянка. Ну, потолще, конечно, на лицо будем наносить. Гелевая основа. Так здорово вообще. Она и, в принципе, без смывания. Вот, смотрите, хорошо распределяется. Холодочек такой на руке. Приятный-приятный. С удовольствием буду тестировать этот продукт. Многие девочки говорили, что сейчас бабушка Агафья как бы испортилась. Не те средства, что были раньше. Если пользуетесь, напишите. На самом ли деле стоит опять снова присмотреться к этой марке. Или нет. Ну, а на этом у меня все. Вот такие покупочки были у меня в магазине Ашан. Крайне выгодные и крайне приятные. Буду все тестировать, делиться с вами отзывы. Если у вас есть какие-то любимые продукты из Ашана, обязательно пишите в комментариях. Мне очень будет интересно, потому что я раньше частенько туда заезжала, а сейчас вот прям, наверное, год не была точно, но очень рада, что сегодня там оказалась. Мне пока все нравится. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Спасибо, что были со мной. И пока-пока!